Девчонки, фиолетовые ниточки. Капец. Вот такие 80 центов. Voi avete bisogno che rete, eh? Sì, deposito l'altra parte. No, perché l'altra è aperta così molto attaccata. Grazie mille, grazie ragazzi, buon lavoro. Боже, как от женщины алкоголем пахнет с самого утра. Так, вот наконец-то снять маску, все. А материал, материал я хотела посмотреть. Сегодня так мало людей. Девчонки, девочки. Vedete, una dopo... Mi scusi, quanto viene questo reggiseno? Quello viene 10 euro. 10 euro, там плохо держит это в самую чашку. Я просто, что мне жалко этот телефон сейчас обшивать. А где же с материалом женщина стояла? Ладно, нет, Маринка, не возвращайся. Иди домой. А что, дома полы помытые? Еще дома. Слушай, маску надо эту, с этой маской ходить. Чипати поесть, сесть, позавтракать. Что-то у меня башка немножко так это подташнивает. Здесь на коврик брали Софию. Что, пойти пожрать, что ли? Так, ладно. Такой мужик попался там один, это. Говорит, ходит за мной, ходит. Думает, что он ходит за мной? А он, ага, на телефончик снимаете. Я говорю, господи, ну и что? Я говорю, что вас снимаю, что? Вот материал. Кстати, детские шторы в комнату Ванечки. Бэтмен. Материала выбора мало. Потому что это в основном шторы. Чуть поесть, пойти тут этот вот сел, вот этот бутерброд, который мне нравится. Сейчас я посмотрю, сейчас я подумаю. Вниз места. Может быть, некая маленькая, такое чудо. Да, вот она, Пуркетта это. А места есть. Я возьму. Buongiorno. Mi fai per favore un panino? Con la schiacciata. Grazie. Съем бутик, потому что башка кушает. Sì, sì. Вот так булочками пахнет, выпечкой пахнет. Полента вот эта.